женская душа на генетическом уровне тянется к красоте и гармонии. Это отражается на всем, за что бы ни бралась женщина. Творческая женщина виртуозно интегрирует внутреннюю красоту в человеческие массы. Здравствуйте, в эфире канала UZReport TV «Женская логика» и я, Юлия Берлинова. О том, как сделать человечество прекраснее, наша героиня знает все и немного больше. Дизайнер и модельер, основатель и руководитель Human House Лола Сайфи. Сайфи известна далеко за пределами нашей страны. Наша героиня уже много лет живет на несколько столиц. Но, приезжая в родной Ташкент, основную часть своего времени проводит здесь, на территории любимого детища, галереи Human House, где традиционно проводятся уникальные культурные мероприятия. Здесь женская логика и проживет сегодня этот день. Жизнь в галереях Human House кипит с раннего утра и до позднего вечера, поэтому, не дожидаясь завершения рабочего дня нашей героини, мы разместились во внутреннем дворике галереи в этой уютной атмосфере. Лолочка, как приятно видеть вас в качестве нашей героини. Вы знаете, я вот, готовясь ко встрече с вами, вспоминала, какой фурор произвело появление человеческой одежды в свое время. Повсюду все только и обсуждали вот этот вызов и призыв одновременно. Какую смысловую нагрузку вы вкладывали, создавая этот бренд? Ну, во-первых, спасибо большое, Юлечка, за то, что вы к нам пришли. Это очень приятно. Я очень люблю вашу передачу и вас лично, как личность. Вот, по поводу человеческой одежды, нам уже 20 лет. И, конечно, первая задача наша была, когда мы открылись, наша первая задача была одевать человеков от человека. Да? Это бренд, первоначально был бренд именно одежды, Human Wear. Да. И смысл был в том, что это ручная одежда, именно авторская одежда, которая может быть, в которую могут одеваться другие люди. То есть от человека к человеку? Угу. От человека к человеку. Вот в этом смысл главной человеческой одежды. Потому что люди приходят, спрашивают, а что бывает, еще не человеческая одежда? Да, ну, логичный самый вопрос. Популярный вопрос, да. Что вы отвечаете? Ну, на самом деле очень много смыслов в этом названии. И с точки зрения маркетинга, конечно, сразу цепляет. Да. И этот вопрос, который задается, а что бывает не человеческая одежда, мне говорит о том, что в очередной раз сработал маркетинг, да? Вот. Но на самом деле, да, от человека к человеку здесь все взаимосвязано. Вы уже здесь несколько раз были и видели, что приходят одни люди, они знакомятся с другими людьми, получаются какие-то коллаборации. Мы очень часто совмещаем какие-то дизайны друг с другом, и дизайнеров, и ремесленников. И это вот такой плавильный котел у нас здесь получился. Идти на вот такой вот риск по части эклектики не страшно? Или уже настолько вот зарекомендовал себя бренд, что никакие эксперименты не пугают? Вообще в творчестве бояться не нужно вообще. Иногда бывает, что получается некрасиво, да, ну, что-то неинтересное. Но в большинстве своем получается что-то интересное. Просто нужно иметь, наверное, какой-то внутренний ценз, какой-то вкус свой личный, через который ты понимаешь, это красиво или некрасиво. Но в большинстве своем получается красиво. А вот этот результат, который есть на сегодняшний день, он то, чего вы ожидали, превзошел ваши ожидания или не все еще сделано? Каждое утро я просыпаюсь от мысли, что, боже, сколько у нас еще дел.
На самом деле огромное количество задач сейчас стоит на данный момент, и я очень много не успеваю сделать. Вот, поэтому бесконечное и безграничное поле для деятельности на самом деле у нас. Если можно делать много. Немножко все. Вперед. Какие вот на ближайшие перспективы, какие задачи перед собой ставите? Ну вот сейчас на данный момент мы работаем, помимо того, что мы делаем одежду у нас в галерее, помимо того, что мы проводим различные мероприятия, обучаем детей и взрослых различным видам ремесел, обучаем, проводим лекции по искусству, кино и так далее, да, и там продаем изделия какие-то. У нас еще есть проекты, в которых мы развиваем дальнейшее развитие. Вот прямо сейчас у нас есть сразу несколько проектов, между которыми мне приходится лавировать. Это проект с British Council, Crafting Futures, да. У нас в Узбекистане больше 35 тысяч ремесленников на данный момент зарегистрировано. И на самом деле здесь очень большое поле для деятельности, для того, чтобы помочь им выстроить свой бренд, научить качественным, объяснить, вернее, как сделать свой товар качественным, потому что наверняка выходили на Чирсу или видели в магазинах кучу каких-то сувениров, которые не очень вкусные, да, их много, но качество у них не очень высокое. Почему? Потому что это такой ширпотреб. Я вижу свою задачу научить ремесленников делать вкусные вещи, да, такие, не которые хотелось бы, может быть, и на конвейере, может быть, потому что мы работаем из той точки зрения, чтобы научить их больше продавать. Но, тем не менее, эти вещи должны быть интересными, привлекательными, хорошими. С точки зрения качества они должны тоже быть привлекательными. Вот, это первый проект. Второй проект, мы работаем сейчас с таким, есть такой проект Ethical Fashion. Это ООНовский проект, который работает уже в нескольких странах, в африканских странах, в Афганистане. И они как раз-таки тоже помогают ремесленникам развиваться. И потом через вот это вот развитие, коллаборацию с европейскими дизайнерами уже происходит там пиар и продажа в Европе. Например, Ethical Fashion продает изделия, например, через такой известный бренд, как Vivienne Westwood и несколько еще других. Вот прямо сейчас две вот эти команды работают в Узбекистане и с нами в том числе. Каждое утро, например, у нас проходит интервью с ремесленниками, с дизайнерами. Параллельно мы куда-то, вот Ethical Fashion сейчас отправился к Тиграну Эрдману в гости, да. И вот это вот постоянная история. Плюс ко всему, ассоциация Хунарманд, да, сейчас работает над законом о ремесленничестве, да, и мы тоже, конечно же, не можем здесь остаться в стороне, потому что мы очень много знаем про это. Плюс ко всему, вчера мы были еще, возили British Council, я возила в IT-парк, мы хотим сделать такую коллаборацию между IT и ремесленниками, это очень такая будет, надеюсь, интересная тема. Плюс ко всему, вчера я возила казахстанских инвесторов на встречу к Азизу Абдухакимову, потому что у нас давно есть идея парка, тематического парка в Ташкенте между ремесленниками, кулинарами, и вот такая вот история, и заинтересованы очень казахстанские инвесторы, и вот мы вчера обсуждали вот эту всю тему. Поэтому это просто центр, да, Human House – это центр, из которого уже огромное количество проектов исходит. Лол, а вот этот вот высочайший, на мой взгляд, интерес к Востоку, к восточным особенностям, традициям и культуре, он всегда был или это вот сейчас такая волна пошла? Вы знаете, вот интерес к Востоку проявляется, когда у вас, на мой взгляд, когда вы
по уровню немножко, по духовному уровню вы немножко вырастаете, у вас появляется почему-то интерес к Востоку, да, и люди, которые приезжают сюда, они уже более, у них более широкий кругозор, они более образованные. Это, может быть, не только касается Узбекистана, но вообще всех восточных стран, да, потому что очень много духовных практик есть в Индии, в Тибете, mm-hmm. в Китае, но в том числе и у нас, потому что в древние времена вот эта вся наша территория, начиная, например, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, мы были все одной территорией, у нас не было границ. И то же самое, например, вот этот вот великий шелковый путь, по которому караваны шли там через Китай, через, начиная с Японии, да, там, через Индию и так далее, вот это все общая культура пронизана. Поэтому, например, мы считаем бабуры своим, индусы считают бабуры своим и так далее. Да? Или, например, та же самая история с обсерваторией Улугбека. Да? Люди, которые очень многое сделали для науки или аль-Хорезми и так далее. Да. Здесь очень много есть. Но на самом деле удручает, что люди, которые приезжают к нам, они больше знают о нашей культуре и больше внимания ей уделяют и интересы, чем порой даже наши жители, да, или наши чиновники, или наши там какие-то люди, которые, по сути, должны за это отвечать, или просто жители, которым могло бы быть это интересно. У нас есть носители, их мало. Это большие специалисты, эксперты в этой области, но этого недостаточно. Да? Когда мы говорим о том, что Узбекистан – это государство с великим будущим, наверное, нужно все-таки доносить до подрастающего поколения, вот, которое у нас там сейчас сидит в соседней комнате, о том, что это за великое прошлое, или там с великим прошлым, с великим будущим, что это за прошлое. Мы сейчас на самом деле есть только какая-то определенная верхушка айсберга, которую взяли на знамя, подняли, вот ей размахивают. На самом деле узбекская культура или вообще туркестанская культура, центральноазиатская культура намного глубже, интереснее. Это не только вот эти хоженые тропы, а очень много интересных моментов, которые на данный момент или забыты, или утеряны. И какие конкретно действия много вы хотели бы в отношении развития, интеграции вот этой вот культуры нашей со стороны ответственных лиц? Со стороны ответственных лиц, это, конечно, нужно общаться с ответственными лицами. Как говорит, как помните, Эрих Мария Ремарк сказал, делай, что можешь, и будь, что будет. Да, да? Мы со своей стороны, вот сейчас я рассказала о том, что мы делаем очень много с точки зрения развития ремесленничества. И стараемся, конечно, привлекать, по крайней мере, хотя бы доносить до чиновников о том, что есть такая история, есть такая информация, есть такие возможности, да, и пытаемся вот как-то взаимодействовать с ними, насколько это вообще возможно. Вот смотрите, культура, искусство – это все такая вот возвышенная материя, и вместе с тем есть очень приземленные материальные такие вот моменты, которые бьют по рукам. Вот, отходя даже от этой темы, переходя к частному примеру, вам ведь довелось посмотреть в глаза и предательству со стороны партнера. Да, конечно. Где были обнаружены вами вот эти ресурсы для выхода из этой ситуации? Разочарование же, вот, мне кажется, безумно бьет по рукам, тем более творческого человека. Предательство со стороны партнера – это, конечно, больно и неприятно, но для меня, я сейчас уже, вот, если я, когда я была помоложе, да, я очень сильно переживала это все. На данный момент я это просто воспринимаю как урок, который дает мне возможность стать лучше, сильнее, умнее, талантливее и так далее. На данный момент
Вот последнее предательство со стороны партнера сделало мне доброе дело. Вот, потому что я на данный момент вот в том магазинчике, в котором мы сидели, двухкомнатная квартира, и я всегда мечтала о том, чтобы у нас были мастер-классы, угу. про то, чтобы мы могли проводить мероприятия различные. Но мне было страшно, неудобно. Вот есть уже, собственно говоря, место, где ты сидишь, и чтобы сдвинуться с этого места, нужен какой-то сильный очень пинок. Этот пинок произошел, поэтому в этот раз я вообще просто считаю, что это классно, что так произошло. Вот, хороший и движок получился. И хороший опыт раз, и хороший как бы вот способ для роста. Конечно, он не очень может быть комфортный, мягкий, но зато действенный. Видимо, вы сопротивлялись этому, раз уж такие кардинальные меры приняла да, судьба. Да, поэтому, и это опять же для меня урок. Не нужно сопротивляться, нужно самой постоянно меняться и работать над собой, чтобы вот таких пинков не получать. Важный вывод. Поэтому, да. Вот этот остров, Human House, вот этот вот островок для самовыражения, это отражение вашего внутреннего мира? В какой-то степени да. Я считаю, что каждый бизнес – это отражение внутреннего мира его владельца. И мой дом с самого детства всегда был очень гостеприимным. У меня мама очень вкусно готовит, и бабушка очень вкусно готовит. И с самого детства мне говорили, вот был такой период, когда вот война, да, там Великая Отечественная война, но даже тогда бабушка наша считала, что даже если почтальон пришел, нужно завести, напоить чаем и так далее. Да? И это есть сама душа, мне кажется, Узбекистана, да, и узбекских людей. Мы очень гостеприимны. И у меня всегда дома гости, и всегда, и даже не только друзья, а часто у нас останавливаются какие-то иностранные гости, там, из Японии, из Германии. Отовсюду, из Киргизии, из Казахстана. Всегда было так, что у нас кто-то ночует. Что в Узбекистане, что в Москве у меня всегда друзья останавливались. Удивительно это было для москвичей? Для москвичей, вот я когда заселилась в квартиру, где я снимала, в подъезд, они поначалу со мной... У нас же на автомате, здравствуйте, вылетает на автомате, нас этому учат само. И я на автомате всегда с ними здороваюсь. Поначалу они пугались, думали, какая-то она вообще, наверное, сумасшедшая. Когда я уезжала, во-первых, они за этот период уже все передружились, начали здороваться, вот эти все 9 этажей, да, дома. Сплотили вы, да? Ну, как-то так постепенно, да, получилось, хотя я ничего для этого не делала, но когда я уезжала, там есть одна бабулька у нас жила, москвичка, она мне сказала, ой, Лола, мы же осиротеем без вас. Вот, поэтому я считаю, что это от москвича такой комплимент услышать, это много значит. Если бы была возможность абстрагироваться, чтобы лучше узнать душу Лолы Сайфи, какими прилагателями вы описали бы свой внутренний мир? Ой, не знаю даже. Скромность? Я скромный человек, да, я не стремлюсь там, каким-то, к популярности нет, но мне интересно что-то сделать. Вот я сегодня только думала на тему того, что есть такое понятие пустое и твердое, да, когда есть декорация красивая, но за этой декорацией ничего не стоит, и я сейчас вот на данный момент стремлюсь к тому, чтобы была не декорация, а реальное действие, реальное событие. Если, например, в молодости мне важно было именно быть, вернее, казаться, то сейчас мне важнее быть. Ну вот, наверное, из этого всего и состоит моя сейчас жизненная цель и ситуация сделать что-то, не продемонстрировать, создать, да, не создать видимость, а сделать какие-то действия, которые бы потом в дальнейшем имели такой пролонгированный эффект, который бы имели пользу для, может быть,
последующих поколений. Давайте не будем скромничать. Ну, может быть, и для последующих. А может быть, и для тех людей, которые на данный момент сейчас живут. Потому что мы много на самом деле делаем для этого. Но я действительно знаю, что если именно с самого детского, самого малого возраста нужно рассказывать о культуре, о традициях и так далее. Потому что вот девочка, которая ко мне приходила учиться в 7 лет рисованию, сейчас она известный модельер. О ней пишет Vogue и все модные газеты. Давайте имя девочки. Евгения Ким, Женя Ким. Вот, и она... Я как-то наткнулась совершенно случайно на статью в архикультуре, и она пишет, что мой преподаватель Лола Сайфин. Вот. И, конечно, это очень приятно, когда, во-первых, люди сами тебе благодарны, да, ты никого не просишь о помощи, вернее, о каком-то, о какой-то благодарности или отзыве, это первое. Это очень приятно. Второе, это очень приятно, когда ты видишь плоды своего, какое-то семечко, которое ты зародил давным-давно. Да, и оно взросло. Да. И сейчас мы за 3 года нашей работы здесь очень много семечек зародили. Очень. Мы очень много поработали над тем, чтобы вот эти вот детки, они выросли потом, и у них было какое-то понимание о культуре. Неважно, кем они вырастут потом, модельерами, художниками, айтишниками, там, все равно вот этот вот культура и кругозор внутренний помогают им быть намного успешнее в любой сфере. В любой сфере, да. Лол, это важно. Что, по-вашему, человеческое счастье? В чем оно заключается? И есть ли разница вообще, справедливо ли разделять счастье на мужское и женское? Есть ли какая-то разница в этом? Ну, я вот, так, вот это вот гендер, на такие гендеры не делю. Потому что у каждого есть свои ценности в жизни, у каждого человека. И, наверное, если эти ценности... Если ты живешь по своим ценностям, если тебе не нужно выполнять какие-то задачи, навязанные цели других людей, да, ты, наверное, будешь счастлив, когда ты живешь по тому направлению, которое отвечает твоим внутренним потребностям. По собственному зову души. Да. Наверное, это самое главное счастье. Потому что даже если ты делаешь какие-то полезные вещи, ну вот, например, ты идешь учиться в медицинский, а все время ты хотела быть художником. Угу. С одной стороны, ты делаешь полезное дело, потому что, да, медики нужны, и мама с папой хотят, чтобы ты был медиком, но ты не будешь счастлив, потому что ты всю жизнь, ты все время хотел быть художником. И рано или поздно ты все равно к этому придешь, если ты захочешь быть счастливым. То есть счастье – это возможность выбирать свой путь. Наверное, для начала нужно научиться слушать себя и понимать себя. Угу. И если ты потом по этому пути идешь, то это самое, наверное, и есть то счастье. Потому что ни деньги, ни драгоценности – оно не приносит счастья. Нет такой гарантии, что если у тебя будут деньги, то это принесет тебе счастье. Только твое внутреннее состояние, баланса, может быть, или исполнение твоих желаний может принести тебе счастье. Если тебе для этого нужны деньги, чтобы свой баланс восстановить, да, оно принесет. Но деньги, как деньги сами по себе, счастья не приносят. О чем Лола Сайфи мечтает для себя, а не для человечества? У меня много желаний разных, но я могу себя назвать счастливым человеком. Почему? Потому что я всегда делаю то, что я хочу. С самого детства я всегда делала то, что я хочу. Наверное, мой внутренний какой-то такой стержень. И часто бывало, что мне приходилось идти там против, может быть, желания родителей. Но я не становилась в противостоянии, я просто убеждала там маму и папу, что именно это мне нужно. Классно то, что я то, чего я хочу, оно исполняется через какой-то период времени. Да? Я просто
стараюсь это прописывать и продумывать у себя в голове и постепенно свои желания выполнять. Я просто знаю, что это происходит. У меня даже есть такое ощущение иногда возникает, что я могу, например, так руку во Вселенную протянуть и достать то, что я хочу. Вот есть такие тренеры, да, по всяким духовным практикам. Mm-hmm. Я говорю, знаете, вот у меня такое ощущение, что я вот могу вот так взять и достать. Они говорят, да, это возможно, но нужно больше тренироваться, больше там работать над собой. Но на самом деле здесь такой парадокс, что чем больше ты работаешь над собой, чем больше у тебя возможностей просто из Вселенной вынуть все, что тебе нужно, тем меньше тебе нужно становится, тем больше ты понимаешь, что на самом деле все, что тебе нужно, у тебя уже есть. Вот я пока до этого просветления не дошла, желаний у меня много, и мечт, и планов, всего. Но это тайна сокровенная. Нет, но это не тайна, это просто много всего и по поводу путешествий, и по поводу вот планов здесь, и по поводу планов развития нашей человечки, наших творческих. Это прям... Я в начале года прям прописала целую карту по разным направлениям, что нам нужно сделать в каждом из пунктов, да. То, что связано с путешествиями, то, что связано с развитием нашей галереи, и то, что связано с развитием, например, моего личного творчества и там духовного творчества. Я наблюдаю за вами, и у меня вот прям на языке. Знаете, почему Вселенная открыта вам? Потому что вы открыты этому миру и человечеству. Да. Спасибо большое. Спасибо вам огромное за эту встречу, за эту беседу, за тепло, которым вы, вот даже не осознавая, вероятно, делитесь с теми, кто находится вот в радиусе вашего пребывания. Спасибо, Спасибо огромное. Мне было очень приятно с вами провести этот день. Успехов вам творческих, реализации личных желаний, о которых вы все-таки не сказали. Пусть они исполнятся, а потом уже можно будет их очень много. Да, я буду рассказывать. По мере исполнения буду рассказывать. Друзья, это была программа «Женская логика». Наша необыкновенная героиня, у меня даже слезы в глазах, Лола Сайфи. До встречи в эфире. Happy Breakfast.